Эгегей! Доброго времени суток, дорогие друзья! И с вами снова Красный Дракон и Эдвард Кенвей. Йоу-йоу-йоу! Сегодня мы будем исследовать остров Нассау, на который мы недавно приплыли. Той серии, и в этой начнем с точек обзора, потому что они ой как нам помогают видеть, что где находится, что сколько и вообще нужная вещь, как бы то ни было. Поэтому в первую очередь это надо сделать. Именно это надо и сделать. Замечательно. Сундучок, который обязательно нужно забрать. Так. Смотрим карту. Здоровая площадь. Ну, давайте, наверное, еще вот эту точку откроем и пойдем делать задание. Синхронизируемся. Так, и что мы тут видим? Тут ящики, песенка. В основном ничего. Thank you.
есть. Музычка. Русские песни влетели. Так, ну давайте сегодня в этой серии мы откроем вот эти 1, 2, 3, 4 4 обзора и потом посмотрим, потому что все равно нам придется этим заниматься. Удивительная игра со своим колоритом, со своей харизмой. Сюда.
Ну-ка. Так, куда нам дальше? Вот сюда. Все правильно. Any last words? Еще одна вышечка.
Понятно. Ну и еще одна точка в красной зоне. Сейчас посмотрим. Почти всю карту открыли. Чуть-чуть скучный получилось, но зато результативный. Дорогие друзья, на сегодня мы закончим эту серию. Заходите на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем спасибо, что смотрели, спасибо, что находитесь с нами. Всем удачи, всем пока!